Я нахожусь в бутике «Май» в городе Баден-Баден, в известном курорте. Зашел сюда. Здесь, оказывается, есть русскоговорящие. И на входе написано: «Мы говорим по-русски». Мы говорим по-русски. Как вас зовут? Меня зовут Ирина Кирин. Я работаю здесь в фирме «Май» уже почти 7 лет. Ирина, здесь 7 лет. А самому бутику сколько? А самому бутику почти 3 года. А где вы раньше работали? Раньше я работала в Дортмунде, и в Эссене у нас был филиал. И тоже в «Май» фирме, да? Значит, вы все знаете об этой компании. Я об этой компании, и я заведующая этого нашего красивого магазина. Он у вас один здесь, в Баден-Бадене? Да, в Баден-Бадене филиал у нас один. Есть, конечно, магазинчик рядом, у них есть наша продукция, ну, совсем маленький ассортимент. Ну, здесь нас, большой, конечно, здесь большой, у вас метров 150, наверное. Да, квадратных метров там. Ну, расскажите нам о коллекциях. Фирма это немецкая компания, семейное предприятие, которое существует уже с 28 года, и это уже ведет 4-е поколение, эту фирму. Производство, большую часть здесь в Германии мы производим, это в сторону Штутгарта, Альпштадт. Называется маленький городишко. Там изготавливаются все ткани. Красятся тоже ткани у нас в Германии. Это делает для нас фирма Келлер, тоже немецкое семейное предприятие. Вот. И часть продукции у нас в Португалии и Венгрии. Все в Европе. Все в Европе, да. Какие особенности? Не, вы сначала покажите нам, давайте пройдем. Да. Значит, мужской и женский ассортимент мужской у вас. Мужской и женский ассортимент. Гесу, значит, бюстгальтеры, соответственно, к ним все разные формы плавочек. К ним же подходят всякие маечки. Это коллекция уже весна? Это коллекция зимняя. Зимняя еще коллекция. Смешанная с basic, значит, который стандартный, базовый. Базовый. Значит, всегда вот это вот идет базовое. И какая-то часть цветного, это всегда меняется каждые полгода. Порядка 80 евро комплект, я смотрю, стоит. Примерно, да. 60 да, и 24, да, 84. Да. Ну, но 80, это качество. 84. Май вот с Дису работает в принципе, не очень давно, это где-то лет 15, но за эти 15 лет очень сделали хорошую форму, удобную. Это мы слышим от наших постоянных клиентов, которые приезжают. А постоянные клиенты кто? Это местные или все-таки приезжие? Местные и приезжие. Местные, так как они знают, что эта фирма очень хорошая, это немецкая фирма, и они это знают и любят. И приезжие тоже нас уже узнали и приезжают периодически. Россияне тоже покупают? Россияне, да, и прямым ходом с самолета идут к нам. Так что... Значит, здесь материалы какие используются? Вот это модал, наверное, нет? Это смешанная, это двойная вязка, вискоза и полиамид. Вискоза на теле, полиамид сверху. Сверху, двухслойный. Наш полиэстер и полиамид тоже очень высококачественно изготовлен. Так, это у нас домашняя такая коллекция. Домашняя и пижамы. Так, что у нас пижамка стоит? Пижамка стоит 80. Где-то 80, да, 90, смотря опять какая. Если мы, значит, берем, понятно, такой вариант, то стоит уже в районе 150. Да, это комплект. 160. Полностью комплект, да. И материалы здесь тоже самое, материал, вы говорите, нет? Разные есть. Есть вот это, допустим, материал модал. Угу. Модал – это то же самое вискоза. Как у вас эстетично все сделано, смотрите. Осенний такой вот натюрморт. Так, сейчас мы сделаем перерыв на секунду и новую запись. Так, давайте я закрыл, потому что надо как более-менее короткими выкладывать. Да. Вам налить водички?